Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем. Так, оборудование. Продолжаем играть в Call of Duty 2. Так, гранаты и оборудование. Граната. Эми граната. Перки, инструменты. И стойкость. Марафонец. Мародер. Снайпер. Рукоять. Скалолаз. Приклад. Сброс. От бедра, два магазина. Я что-то одно могу взять. Гранаты и оборудование. Гранаты. Эми-граната, световая граната. Граната какая-то, не знаю. Ну ладно. Сканер. Что такое сканер? Прицел. А это... Ну ладно, пусть будет как будет. Так, давайте начнем. Старик пытался убить Менендеса. Менендес решил отомстить. В то время Менендес был широко известен в узких кругах. Он сколотил состояние, управляя наркокартелем в Никарагуа. Он ему по наследству достался. ЦРУ пришило его старика. Старый циклоп жутко зол на Америку. Проблема не только в том, что у него хватает денег отомстить. Пока мы маемся херней на Ближнем Востоке, русские с китайцами хорошо устроились. А политики выставляют все так, будто дело в идеологии. Хрень все это собачья. Дай телефон. Батарейки, источники энергии. Весь мир от них зависит. А кто все это контролирует? Китай. И пока корпоративная Америка лежит зад Китаю... Одиссей. Это сраный Рауль Менендес. Козел. Я сказал Аксону, они заняты. Что ж, гонка дронов началась. Серьезно? Вы хотите создать целую армию на основе одного минерала, который полностью контролирует Китай? Выпить. Эй, дурень, принеси газировки. Возьми из нычки медсестер. Премьер Китая. Правительство США много дерьма успело навалить. Но тут оно и правда было ни при чем. И это делает Кордис Ди еще популярнее. Директора ФБР нашли мертвым. Сожгли заживо. В данный момент миллиард человек верит, что Рауль Менендес – мессия. Это не так. И советую побыстрее нахрен от него избавиться. Иначе плохо будет. Советчик. Ладно, избавимся. Всех покрошим. Ой. Да Менендес целую армию тут сныкал, твою мать! База в 2 километрах к югу, среди развалин храма. Кажется, они готовятся к отправке. Сколько сейчас последователей у Кордис Ди? Где-то с миллиард? Скорее 2 миллиарда. И ни один из них не поверит, что их лидер террорист. Они считают Менендеса мессией. Кордис Ди ждет страшное разочарование. Пора узнать, что здесь прячет Менендес. Харпер, готов? Надо сохранять скорость при размахе. Не хочется сорваться. О-о-о-о-о-о. Это что там, как костюм какой-то болотной. С присосками. Как у кальмара. Чтобы подать сигнал. Подаем. Так. Поверхность немного неровная. Сильнее прижимает этот участок. Не понял. Неровность. А обе что ли должен делать или как? Ну давай. Хоп. Теперь я. Поверхность немного неровная. Сильнее прижимает этот участок. Сразу обе надо. Так, теперь ты... Это... Хрень какая-то. Ладно, пози...
какую-то придумали. Еще раз. Поехали. Давай. На. Хопа. И хоп. Так. Ух ты. Это гроза или что, или молния? Вот как, как? Режь. Все в порядок. Благодаря тебе. Что за нано-костюм такой? Прямо двери нараспашку. Их тут едва больше минимального расчета. Легче легкого, крошка. Если бы не дотягивать ранды Менендеса. Так. Его последователи явно так и делают. Кстати, а что именно означает Кортис день? Блин. Это латынь. День сердца. Или какая-то херь вроде этого. Звучит благородно. Менендес хочет, чтобы его последователи так и думали. Поверь мне, это не так. Пойдем, чтобы использовать костюм крыло. Кросби, выдвигайся. Так, ну крылья у меня есть, шлем. Так, я должен прыгать? Так. И что, я должен? Блин. Ну лечу я, лечу. Куда, куда лететь-то надо? Вы слишком сильно отклонились от курса. Куда я должен лететь, мать твою? Я ж спрашивал. Так, зажав shift, использовал обзор мыши, чтобы лучше поворачивать. Ну, зажал shift. А, вон туда. А вы что, падал, за мной будете повторять, что ли? Я думал, я за вами лечу. А оказывается, вы за мной летите. О, это что за крыло такое летучее? Так, я только у спортсменов видел такую штуку. Ну, давай. Раскрываю парашют. Ну, раскрыл. И приземление. Как? Порядок. Салазар, Кросби, левую сторону держите? Порядок. Ждем твоего сигнала. Так. Ну, пришел. Давай. Контрольная точка. Кто булькает? Кракен. Это Харпер. Прием. Так. Крак готовится покинуть территорию. Ждем приказов. А у меня глушитель-то есть? Вам разрешено открыть огонь. Сектор, ты это видишь? Да. Как его сниму, пошли. Эм и гранаты уничтожат их маскировку. Так. Противник в лифте. Так, а второе оружие-то у меня какое? Тихо, тихо, тихо. А вот этим надо было стрелять сразу. Блин, взять что ли? Так вроде. Нет. Нет, нет, нет. Так, пока буду хреначить по полной. Вот и все. Так, мы что-то используем. А, это лифт.
А что надо сделать? Обследовать комплекс. Давай. Так. Ага. Наверное, граната, значит. Надо. Тихо, тихо, тихо. Я сниму, сниму. Да. Так, пора выдвигаться. Давно пора. Вскрыть, вскроем. Да. Где, где, где? Чё, как вскрывать-то? Интересно, что я получу здесь? Давай, валим их. Всех. На. Где еще остались? На. Так. Ну вот вроде бы как бы повоевали. Даже не знаю, здесь что-то надо, нет? Тихо, 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 тихо. При первой же возможности гасим всех. Давай, они пытаются сбежать. Да хрен на них, пусть бегут. Я же не настолько конченый, чтобы преследовать. F, пополнить боезапас. Пошли, пошли. Вот неплохо. Идем, идем. Так. Чувствую, мне вот это и надо. Хреначе. Так. Пополнили. Тихо, 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 тихо. Я смогу пробежать. Тихо, тихо. А, бежим, бежим. Это на время выключает. Блин, блинский. Так. Куда, 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 куда? Это что, можно пополнить? Блин, я даже не вижу, где свои, где чужие. Хреначить всех. Враги все. Раз вы не обозначены у меня. Тихо. Опаньки. Ты чё, дебил? Где кто еще остался? Почему вы не убиваете их? Да почему один должен воевать? Кто там? В спину тебе. Позорная смерть тебе, вот так вот. Так.
Подождите, мне надо пополнить или не надо? Давай, не надо. Кракен, это сектор. Наземная часть комплекса нейтрализована. Начинаю исследование дополнительных структур. Взрываем! Назад! Давай. Давай. Взрывай. Здорово. Так, список обновлен. Так, обследовать комплекс. Почему обновлен-то? Ничего не поменялось. Осторожно, половодье могло ослабить конструкцию. Ничего страшного. Ничего страшного. Но. Куда ведешь? Куда ты идешь столько дней? Ты смотри, блин! Сверху мы видели только фасад. Толщина стен несколько метров. Внутри связи не будет. Ничего страшного. Скажи, мы заходим. Кракен, это Харпер. Подтверждаю, под храмом находится научный комплекс. Прошу срочно прислать сюда группу зачистки и сдерживания. Учтите, как только мы войдем, связь будет потеряна. Кракен вас понял. Наземная группа отправляется к вам. Время прибытия сообщу. Салазар, открывай. Это я могу взять или что? Восполнили боезапас. Ну давай. Похоже, тут никого. Может, все сбежали, когда да мы начали атаку. Вот оно тебе, никого. Сосредоточиться! Зачисти территорию! Даже не знаю, с чего они бахают. Да. Ну, хорошая вещь. Наверх, пошли. Все. Подожди. Вскрыть. Опаньки. Я что-то хорошее взял. А, я могу скрываться теперь. Я так понимаю. Так. Меня не видно. Ну-ка. На. Вот так вот. Еще. Ноги. Где, кто? Давай. Так, а у меня карта хоть какая-нибудь есть, нет? Это мой. Говнюк какой. Можно было по низу, да, пройти, значит. Так, иду. Так, воспользовались. Так. На. Так. Сейчас тебе хана будет там. На.
Что, ты не помер еще? Вот он. Спокойно. Нет. Прорываюсь. Так сойдет? Где еще? Да. Понял. Инфаркт миокарда. Так, так, так. А здесь у нас что? О, тоже можно идти. Ладно, все чисто. Все чисто. Подождите, мне надо бы это, ну как бы хотелось бы восполнить свои потери. Вскрыть, вскрыть. О, восполнил. Восполнил свои потери. Ну это оружие, что? У меня вроде такое это есть. Технологии 3D-производства. Компоненты оружия, брони. Менендес готовится к войне. Окей, да? Ого, у меня гидравлический нож. Менендес сделал за все эти годы. Он вкладывал их в оружейные технологии. Здесь кто-то есть! Так. А что, я только один скрыл? Ну давай, ладно, сейчас. Откройте еще контейнер. Давай. Прошу, не убивайте меня. Ладно, люди. А в этом что, нету, что ли, никого? Лаборатория связана с известным террористом. Начинай говорить, или хуже будет. Меня зовут Эрик Брайнер. Я магнитометрист. И зачем ты нужен Менендесу? Меня привезли сюда для обработки целлерия. Это новый редкоземельный элемент, который выведет технологии микрочипов на новый уровень. Они идут! Помогите мне выбраться отсюда, я вам все расскажу! Ложись, нахер! Ложись! Кто? Вау! Хватай эти щиты! Неплохо. Устанавливай как прикрытие! Как ты серьезно настроен? Так, так. Ага. Значит, вот так я могу, да, еще с щитом ходить? Ну-ка, вроде и так неплохо справлялся. Тихо, тихо, тихо. Ага, сейчас. Два раза. Так, а как мне его бросить-то? Поставить? Нахрен он мне не нужен-то? Так. Щит, ну. Блин, вообще не там. Вообще не то. Ага, вот, я его должен был вот так поставить. Сюда. Открыть замок могут только два человека. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я за тобой. Вот так это должно было выглядеть. Пойдем. Пора за дело, сектор. Давай. За мной. Пойдем. Куда мне надо? Можно подглядеть, что ты там делаешь? Какая-то штучка. О, какой красивый штучка. Что это? Квантовая запутанность.
У одного этого устройства вычислительная мощность выше, чем у всей вашей военной инфраструктуры. Приходили слухи, что Менендес хочет использовать его для массовой кибератаки. Упоминали нечто под названием «Карма». Должно быть, это название кибероружия. Если бы Менендес использовал целлериевого червя для начала атаки, его никто не смог бы остановить. Даже я не смог бы. Вот так вот. Пристрелили его. Так, 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 так. У меня щит. У меня же щит. Армия, как там наше подкрепление? На. Подожди, а я что его не поставил-то? Так. Исчезаем. Хотя подожди, что, забираем его. С подкреплением или без. Это не конец. Забираем щит. А я могу еще робота вызвать одного? Он живой? Понятно. Спокойно, спокойно. Да. Так. А что ты будешь делать? Я не понял. А где у меня оружие? А где у меня оружие? Ладно. Сейчас посмотрим. Так. Бежим. На. Кто еще здесь есть? На. Ой-ой-ой. Неплохо. Да я не понял, почему у меня оружие-то не переключается? Куда оно делось у меня? Так, ладно, меняем оружие тогда. Раз у меня его нету. Твоя группа может отдохнуть. Это Брикс! Отставить! Это спасательная группа! Заждались мы вас. Я что, выкинул, что ли, оружие? Не понимаю. Ну ты шевелись давай. Думаю, это задание можно считать выполненным. Адмирал Брикс, рад вас видеть. Взаимно, сектор. Что бы ни планировал Менендес, ключ к его планам целлерий. Наконец-то мы на шаг впереди этого мудака. Он всего лишь человек, адмирал. Он хочет, чтобы его принимали за нечто большее, но он ничто, лишь жалкое подобие человека. Так, у меня... Ой, летим, летим. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока!